Сегодня у нас публика разношерстная, но зато 6 моделей 2017 года. Приветствую вас, мальчишки и девчонки, а также их родители. С вами Алексей Чернышов. Вы смотрите канал «Сын, отец и игрушки». И сразу к делу. Первая модель, которую мы сегодня рассмотрим, будет Dodge Viper RT10. Эта машинка в линейке Hot Wheels дебютировала аж в 1993 году. Ну ничего себе! Скажу я вам, друзья, вы просто не поверите, но данная модель была выпущена аж 69 раз, а в этом 2017 году было представлено две модели, одна желтая, а вторая белая. В принципе, ее-то мы и будем сейчас рассматривать. И глядя на эту модель и ее детализацию, что-то мне подсказывает, что она не сильно изменилась с того самого 93 года. Проработка салона крайне скромная, спереди и сзади детали вроде есть, но черт возьми, они просто теряются. Их срочно нужно прокрасить, чтобы модель смотрелась более живой. Единственное, что меня зацепило, это то, как модель выглядит с боков. Кузов сделан из металла, дно и салон выполнены из черного пластика. Катки классические на 5 спиц. Далее речь пойдет о модели под названием Ice Charger. Но по факту это кастомный Dodge Charger Dominica, на котором он рассекал в 8-м вроде фильме Форсаж. Кстати, данная модель появилась лишь в этом году и пока имеет лишь одну вариацию, ту, что сейчас у вас на экранах. Дизайнер этой красотки Брэндон Витаски. И в этой модели мне нравится все. Да, пускай тут не прорисованы ни фары, ни фонари, несмотря на это, передок и задок смотрятся вполне хорошо. Однако я бы слегка выделил элементы движка другим цветом, а то они выполнены в том же цвете, что и вся машинка, и немного все это буйство инженерной мысли теряется на фоне модели. Ну а теперь о явных плюсах этого мини-авто. Во-первых, мне очень нравится, как выполнена деталь стекла. Смотрится она очень здорово. Во-вторых, серый матовый покрас – это что-то с чем-то. Он с первых же секунд заставляет вас влюбиться в модель. Добавьте ко всему вышеперечисленному еще и кучу мелких деталей на всей модели и немного ровных декалей, и получится отличная машинка. Дно пластиковое, кузов металлический, а катки такие же, как и у предыдущей модели, классические на 5 спиц. Третья модель — Pontiac Firebird 77 года выпуска, и мне кажется, данная модель просто заблудилась и случайно попала в основную линейку Hot Wheels, ибо начиная с 2008 года, именно в этом году модель стартовала в линейке Hot Wheels. Так вот, старт ее был в серии Modern Classic. Покрас у моделей из этой серии, как правило, особенный, что и видно по фотографии. Далее была серия Boulevard Big Hits, где машинка была на резиновых катках. После чего серия Retro Entertainment, а за ней Hot Wheels Cool Classics. Если собрать все модели, отличная получится подборка. Ну а в 2016 году, видимо, что-то случилось, и эту красотку скинули со скалы в общий тубус мейнлайнов, куда, как правило, древние греки скидывали убогие модели. This is Sparta! И так началась новая история этой машинки в рядах основной линейки. 2016 год принес два реколора, а 2017 аж три, и один из них белый с синими языками пламени. Дизайнер модели Джан Имай. Нужно сказать, что дизайнер отлично поработал над формой машинки, а у первых моделей передок и зад, кстати, был прокрашен, чего чертовски не хватает этой машинки. В основном же модель выполнена очень здорово и украшена великолепными декалями. А вот катки подобраны вообще не в попад. Сама форма дисков нормальная, а вот что касается цвета, мне кажется, нужно сюда что-то другое. Даже классический серебристый смотрелся бы куда лучше. Лучше? Лучше. Кстати, это уже третья модель с катками на 5 спиц в этом обзоре. Забавно вышло.
И да, дно у машинки пластиковое, а кузов металлический. Четвертая модель на сегодня — это Mazda RX-7 95 года выпуска, выполненная в темно-синем металлике. На мой взгляд, это потрясающая модель с отлично проработанным передом. Тут есть и детали, и приятные декали. В общем, все, что нужно для того, чтобы модель удалась. Впрочем, как и сзади, прорисовка фонарей делает модель в разы лучше. С этим трудно не согласиться. Плюс номерной знак с логотипом Hot Wheels и пара мелочей, таких как раздвоенная выхлопная труба и приятный спойлер, который отлично смотрится как сзади, так и сверху. С боков деталей немного, но есть небольшие огрехи в литье, из-за чего на дверях присутствуют разного рода ненужные углубления. А вообще, в целом, модель получилась весьма интересной, а главное, очень элегантно выглядит. Безусловно, цвет тут тоже играет немалую роль. Колеса у этой машинки однозначно подобраны хорошо, а что касается материалов, то это металлический кузов и пластиковое дно. Кстати, история у модели крайне маленькая, ведь впервые эта модель появилась в линейке Hot Wheels лишь в этом 2017 году. И была эта машинка представлена в двух цветовых вариантах. Один — это тот, о котором я уже вам рассказал, и второй — это эксклюзив для сети магазинов Kmart. Ну и, наверное, стоит упомянуть о том, что уже в 2018 году нас ждет желтый Recolor с черным капотом. А в качестве дизайнера значится уже хорошо нам известный Джан Имай. Две последние модели будут от одного производителя авто, и это Porsche. Сначала давайте посмотрим на модель Porsche 356A Outlaw. Над созданием этой машинки работали Марк Джонс при участии легендарного Магнуса Уокера. Рассказывать о том, кто такой Магнус Уокер, я не буду, просто погуглите. Ибо рассказ о нем займет очень много времени, просто в двух словах. Никто не любит Porsche так сильно, как он. Так вот, насколько я знаю, он принимал участие в разработке конкретно первых моделей 2016 года. Да, именно в 2016 году стартовала эта модель в линейке Hot Wheels. И на тех моделях даже присутствовало лого Магнуса. А на этой машинке этого логотипа я не наблюдаю. Однако форма у машинки такая же, так что будем считать, что частичка души Магнуса все же тут присутствует. Правда, я думаю, его бы перекосило от того, как небрежно были нанесены декали на машинку с левой стороны. Самое-то обидное заключается в том, что именно эту часть модели не рассмотреть, когда машинка находится в блистере. Подобные моменты очень сильно расстраивают. Впрочем, передок и задок, что у этой модели, тоже не добавляют положительных эмоций. Единственное, что мне понравилось в этой модели, — вид сбоку с правой стороны. Тут хорошо все, и декали, и сама форма модели. Катки, впрочем, тоже неплохо смотрятся. В целом, очень слабая модель, да еще и с такими косяками. Обидно. Нужно искать новую. По материалам все стандартно, металлический кузов и пластиковое дно. И шестой моделью сегодня будет еще одна паршивка, только на этот раз 934-я Turbo RSR, окрашенная в цвета логотипа Магнуса Уокера. Тут даже на блистере есть его закорючка, и его логотип в аккурат красуется над лого Hot Wheels. Итак, дебют этой модели состоялся в совсем недалеком 2014 году, а дизайнером значится Рю Асада. Но мы-то будем говорить о модели 2017 года, к созданию которой, скорее всего, так или иначе причастен Магнус Уокер. И в этот раз модель меня не подвела. Фух, можно выдохнуть, а то я еще не отошел от того, как сильно разочаровала меня предыдущая модель. Ну да фиг с ней, с неудавшейся моделью, давайте разглядывать эту красотку. Аккуратные и очень яркие декали на дверях, капоте и даже на крыше. Выглядят они очень зачетно и, безусловно, украшают модель. Спереди машинка, впрочем, как и сзади, выглядит пустовато. И это несмотря на присутствие там деталей. Спереди еще и фары прорисовали, правда, серой краской на сером авто. Ладно, и так сойдет. Ну да ладно. В форме у меня нет претензий. В этом плане моделька выполнена очень здорово, а темно-серые катки лишь дополняют вполне удачный образ Porsche 934 Turbo RSR.
Кузов у модели металлический, а дно пластиковое. Что ж, как-то так сегодня получилось. Не все модели мне понравились, впредь буду более бдителен при выборе машинок. Однако все это лирика, давайте заканчивать. Обязательно поддерживайте это видео лайками и репостами. А также оформляйте подписку на канал и не забывайте про колокольчик. Канал «Сын, отец и игрушки». Создаем коллекцию вместе. Благодарю за внимание. Всего вам доброго, друзья коллекционеры. Пока-пока-пока.